Сначала цивилизации и великие культуры провозглашали свое могущество строительством памятников. Но нет ни одного схожего по вселенскому масштабу и постоянству с пирамидами. Они возвышаются от джунглей Мексики, пустыни Ближнего Востока до прерий Америки. Из камня, глиняного кирпича или земли они служили гробницами для могущественных правителей. Или были аренами для ритуальных жертвоприношений. Но в любом случае, это лестницы в рай. Места, куда нас влечет, чтобы поражаться тайнам жизни. Более чем какое-либо другое место на планете, эта земля стала синонимом пирамид. Египет. Тысячи лет исследователи и путешественники стремились сюда, чтобы увидеть эти сказочные сокровища. В то же время на земле статуй о мифической форме пирамид идет совершенно отдельный разговор. В 1798 году в Египет вторгся Наполеон и привлек внимание всего мира к чудесам этой страны. Стоя посреди долины, он тоже испытывал вдохновение от пирамид. «Солдаты!» — он приказал своим людям. «С вершин тех пирамид на вас смотрит 40-вековая история». Для Наполеона пирамиды были олицетворением шарма Египта. Для их изучения он привез с собой более 150 искусствоведов, ученых и инженеров. Его армии в конце концов были повержены. Но Наполеон вселил в них веру и зажег в мире искру очарования всем египетским. Именно его солдаты раскопали камень Розетты, одну из наиболее важных археологических находок XIX века. Письмена на древнегреческом и древнеегипетском языках. Это был ключ, открывающий, как оказалось, многие секреты древних египтян. Именно ученые умы Наполеона впервые открыли глаза большинству европейцев на эту великую цивилизацию. И остальные вскоре последовали за ними. В 1838 году британский художник Дэвид Робертс путешествовал из Абу-Симбела в Александрию, делая зарисовки таких руин, как храм Рамзеса Великого. Карнакский храм и мистический сфинкс. Но ничто не оказало на него такого впечатления, как пирамиды долины Гиза. Его романтические образы способствовали наплыву исследователей и охотников за сокровищами, желающих на себе почувствовать мощь пирамид. Тем не менее, они оставались загадкой. Во всем мире только небоскребы сравнятся с ними по высоте. Но как могли египтяне их построить с помощью лишь примитивных орудий труда, имевшихся 5000 лет назад? Ряд предложений дают древние хроники. Древние греки, сами прекрасные строители, были восхищены пирамидами. Геродот считал, что каменные блоки поднимались системой рычагов и кранов.
По его мнению, на строительстве пирамид было задействовано 100 тысяч рабов. Потрачено 10 тяжелых лет работы трехмесячными вахтами. На сегодняшний день мы знаем гораздо больше об этих сказочных строениях. Доминирующая теория гласит, что пирамиды построили не рабы, а 20-30 тысяч искусных и старательных рабочих. Они были возведены как гробницы для фараонов всего государства более 2000 лет до Рождества Христова. Вследствие ежегодного разлива Нила, египетские фермы были парализованы в течение 3-4 месяцев в году. И фермеры с радостью шли на строительство излюбленных проектов фараона. Тем не менее, как они возводили пирамиды, по-прежнему остается загадкой. В современном мире для поднятия этой 7-тонной гранитной плиты требуется дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил. В то же время многие блоки в Великой пирамиде весили в 2 раза больше. Как египтяне передвигали такое огромное количество камней еще до изобретения колеса? Большинство экспертов сходятся во мнении, что камни перевозили на барже, а затем тащили волоком по наклону и подбирали по размеру около возводимой пирамиды. Маститые мастера по камню профессионально обтесывали и укладывали каждый камень один к одному, выдерживая неповторимый стиль пирамиды. Для древних египтян грани представляли собой лучи солнечного света, путь восхождения фараонов в рай для встречи с богом солнца Ра. На одной из пирамид написано: «Пусть небеса усилят восхождение солнца для тебя, чтобы ты мог вознестись в рай, как глаз Ра». Самая старая пирамида Египта находится примерно в 50 километрах к югу от Гизы. Она может показаться слегка грубоватой, но ее вид по-прежнему самый внушительный в Сахаре. Построена она фараоном Джосером более 4500 лет назад. Во времена Джосера фараонов считали живыми богами. Они нуждались в величественных гробницах для лучшего перехода в потустороннюю жизнь. Главный архитектор Джосера, Инхотеп, разработал великий план бессмертия для своего хозяина. Живших ранее фараонов хоронили в гробницах с ровной крышей, сделанных из необожженного кирпича под названием мастабас. Ступень за ступенью Инхотеп укладывал мастабас один на другой, создавая лестницу в небо. Его лучшее творение в конце концов возвысилось более чем на 65 метров. Вместо необожженного кирпича он использовал камень, что сделало гробницу более устойчивой к испытанию временем. Под пирамидой архитектор смастерил сложный комплекс коридоров и комнат, наполненных ловушками для защиты от воров. Когда-то они были наполнены сокровищами и предметами быта, что делало загробную жизнь фараона более комфортной. Но эти тщательно выстроенные лабиринты не справились со своей задачей. Большинство пирамид грабили сразу после их опечатывания. Скорее всего, часть тех же людей, которые их строили. Внутри пирамиды никогда не находили ни одной мумии. Фараоны понимали, что если им нужна вечная жизнь, то необходимо более заботливо относиться к своим останкам. В дальнейшем фараоны прятали свои гробницы в холмах около города Фивы, сегодня Луксор. Но и их не покинула мания к строительству памятников. Теперь фараоны строили их отдельно от своих гробниц.
В таких местах, как Луксор, Абу-Симбел, фараоны, как Рамзес Великий, возводили монументальные статуи и храмы, которые должны были увековечить их славу. Египетские каменные изваяния по-прежнему являются одними из самых величественных памятников истории. Даже жившие в последующие времена фараоны признавали, что пирамиды являются величайшим достижением Египта. Во времена Клеопатры их возраст был уже более 2000 лет. Но несмотря на их величественность, эти каменные модели не справились со своим истинным предназначением — охранять тела мертвых фараонов. Теперь другим цивилизациям предстояло найти лучшее применение башнеобразной форме пирамид. Через тысячи лет после того, как египтяне забросили свои пирамиды, строители Ближнего Востока по-прежнему смотрели в небеса с вдохновением. Такие башни, как эта в иракском городе Самара, последователи пирамид в ближневосточном стиле. В действительности, библейская Вавилонская башня, возможно, во многом выглядела именно так. Пирамидам в стиле башен во многих ближневосточных городах уделяется особое место в Библии. Таких как Нинева и Нимрод, родина жестоких ассирийцев, и Вавилоне, городе, покорившем израильтян и уничтожившем Иерусалим. Но в преддверии современности окрестности западных пирамид выглядели уже не так впечатляюще. Очень трудно поверить, что разваливающиеся холмы, усеявшие долину, таили секреты одной из старейших цивилизаций мира. В то же время для предприимчивых исследователей эта земля предлагала соблазнительные возможности. В 19 веке европейские археологи высадились на Ближнем Востоке в поисках доказательств, что библейские рассказы были правдивой историей. В конце концов, они прибыли в земли между Тигром и Евфратом, то, что теперь является территорией государства Ирак. Археологи добились немыслимого успеха при изучении пирамид древних городов Ассирия и Вавилона. Их неимоверные сокровища теперь украшают музеи Европы, занимают свое место рядом с чудесами Египта. Но для археологов 20 века задачей было проникнуть в историю еще глубже, к началу цивилизаций. Где же еще искать первую пирамиду Земли, как не в этих древних землях? В 1922 году британский археолог по имени сэр Ленни Вулли прибыл в Ирак для изучения одного из наиболее многообещающих холмов мира. Считали, что в нем находился библейский город Ур, место рождения Абрама. Леонард Вулли был убежден, что холм относится даже к еще более древней истории. В течение десятилетия он вел очень тщательные раскопки древнего города. Неудивительно, что в его центре он нашел башнеобразную пирамиду, наилучшим образом сохранившуюся из всех в Ираке. В древних письменах она называется Зиггара, что означает «возвышаться вдаль».
Но остается важный вопрос. Были ли строители Ура вдохновлены пирамидами Египта? Леонард Вулли продолжал копать. Он нашел останки более старых строений под пирамидой. В конце концов, Вулли получил ответ. Жители Ура строили пирамиды уже 5000 лет назад. Примерно на 400 лет раньше, чем египтяне. Леонард Вулли обнаружил свидетельства самых ранних пирамид. Эти пирамиды были не из камня, а сделаны из сотни тысяч необожженных кирпичей. На сегодняшний день, похоже, необожженные кирпичи по-прежнему наиболее распространенный строительный материал в Ираке. И даже с появлением механизации процесс производства кирпичей из глиняных пластин и просушки их на солнце остался таким же, как в древние времена. Но один из аспектов жизни здесь сильно изменился. 5000 лет назад земля, окружавшая Ур, не была пустыней. Ее поля были плодородны и зелены, орошаемые рекой Евфрат, протекавшей неподалеку. Великий город Ур доминировал над землями на многие километры вокруг. Его пирамида была во всех смыслах центром города, его храмом и местом самых важных ритуалов. Именно здесь правитель осуществлял свою миссию живой связки между своим народом и богами. По этим ступеням, возвышающимся над городом, он сходил, святая всех святых. Религия этого древнего ближневосточного народа была богата мифами. Ряд их историй стал стержнем рассказов книги Бытия. В одной из историй рассказывается о чистом и мирном саде, разрушенном, когда бог воды съел запретный плод. По описаниям, этот сад носит поразительное сходство с садом Эдема. Такие связи воодушевили Леонарда Вулли в его попытках доказать, что часть библейских рассказов основана на истории. Вскоре он столкнулся с другой загадкой. Через 6 лет раскопок его бригада нашла котлован, врезавшийся более чем на 180 метров ниже древнего кладбища. Между слоями, заполненными останками цивилизации, лежало 33,5 метра чистого речного ила, без каких-либо примесей. В древних письменах того времени упоминается потоп, уничтоживший тысячи поселений. Был ли это тот же потоп, заставивший Ноя построить свой знаменитый ковчег? Вулли видит здесь связь. Ил относился к эпохе более ранней, чем потоп Ноя. Но Вулли всколыхнул общественность. Теперь она внимательно следила за раскопками. Ее интересовало каждое движение археологов. Перед глазами мира Вулли запечатлел картину, получившую известность как Шумеры, первая мировая цивилизация. Ур был не просто родиной пирамид. Это был город с улицами, домами, магазинами, возрастом 4500 лет. У шумеров длинный список, в чем они были первыми. Они построили первые города. У них была письменность, называемая клинопись, и первое организованное правление. Шумеры даже изобрели колесо. Но другое их изобретение в результате привело к их падению. Первые армии мира ожесточенно дрались на шумерских полях за запасы воды и другие природные ресурсы. Могущество этой первой великой цивилизации угасло к 2000 году до Рождества Христова.
конце концов пришла пустыня. Город Ур и его великая пирамида пропала под песками. Тем не менее, форма пирамиды и стремление строить их все выше и выше преобладали еще долгое время после забвения шумеров, и не только на Ближнем Востоке. Не только египтян и жителей Ближнего Востока пленила форма пирамид. За тысячи километров, полностью независимо, цивилизации Нового Света строили свои великие пирамиды. В Северном Перу пирамида Солнца когда-то соревновалась по размеру с великими пирамидами долины Гиза. На сегодняшний день это только часть былой пирамиды, разрытая охотниками за сокровищами. В Мексике народ Теотиуакана возводил одни из самых впечатляющих пирамид в мире. Но из всех пирамид в западном полушарии лучше всего сохранились пирамиды, построенные таинственными майя, глубоко в джунглях Центральной Америки. Пирамиды стояли в сердце каждого города майя. Это была арена для странных и кровавых ритуалов. Центр жизни для драматического и глубокого укоренившегося зла. Но за века их необыкновенная культура была утеряна, похоронена в дождевых джунглях. Только к 19 веку мир снова открыл для себя майя и их пирамиды. 1839 году писатель-путешественник Джон Ллойд Стивенс и художник Фредерик Кеттервуд отправились в историческое путешествие на поиски потерянных городов в Центральной Америке, о которых ходили легенды. После многих дней утомительных странствий, проводник наконец-то привел их в город Капан. Хотя он был похоронен в земле и зарос джунглями, они смогли ощутить его величие. Восхитительные картины Кеттервуда оживили их открытие. Капан известен как Париж мира майя. Храмы, статуи и пирамиды демонстрируют грациозную сложность своего города-сестры. В набросках Кеттервуда великие пирамиды выходят из туманных джунглей. Из разваливающихся стен устремляют свой взгляд каменные лица. Если Капан — это Париж майя, то Тикал — без сомнения его Нью-Йорк. Его площади тесно застроены пирамидами одна к другой. Это парк-авеню по версии майя. Их вершины возвышаются над деревьями, как небоскребы. Несмотря на то, что Стивенс и Кеттервуд не ушли так далеко на юг, где находился Тикал, даже они слышали рассказы о его великолепии. На своем подъеме 1500 лет назад этот город занимал площадь размером с Манхэттен и имел население 40 тысяч человек. В те времена его пирамиды были окрашены в яркие цвета. Темно-красный, использовавшийся майя, очень подходит, так как ничего не было для майя важнее, чем кровь. Майя верили, что боги дали им свою кровь для продолжения жизни на земле. На вершине самой святой пирамиды города вождь майя совершал этот героический ритуал, жертвуя свою кровь, чтобы дать жизнь народу. В первом действии вождь прокалывал язык своей жене.
Через рану протягивалась веревка. По ней кровь направлялась на бумагу, лежащую внизу. Вождь пускал кровь из собственного пениса. При выходе на встречу со своим народом, он предлагал свою кровь как жертвоприношение. Для майя пирамиды были одновременно самым частным и самым публичным театром. Сцена этого кровавого ритуала — сердце жизни майя. Это возвышало его в глазах народа, потому что никто не имел права заходить на ступени Святой Пирамиды, кроме монахов и царствующих особ. Стивенс и Кеттервуд продолжали исследование потерянных городов майя, но эти фантастические ритуалы не были им известны. В действительности, в их время большинство людей считало, что пирамиды майя были построены египтянами или финикийцами, или древними путешественниками, плавающими вокруг света и приносящими свои знания по строительству пирамид в джунгли. В своих книгах о первопроходцах, изданных в 1840-х годах и иллюстрированных Фредериком Кеттервудом, Джон Ллойд Стивенс был первым, кто утверждал, что потерянные города построили исконные жители Америки. Но потребовалось целое столетие, пока не менее поразительная находка не раскрыла секреты пирамид майя. Годами археологи размышляли над ними. В египетских пирамидах хранились гробницы. Возможно ли было бы найти мертвого вождя в пирамиде майя? Мексиканский археолог Альберто Рус вел раскопки около города Паленки в течение 4 лет, прежде чем он столкнулся с этой потрясающей находкой. Спрятанная лестница вела к похоронным палатам, находящимся глубоко в центре пирамиды. Из сумрачных теней выпало видение из сказки. Фантастическая, неземная картина из другого мира. Наши глаза увидели это первыми более чем за 1000 лет. Эти мистические подземные палаты защищали саркофаг человека, похороненного самым помпезным образом. Его открытие дало начало шквалу деятельности по расшифровке надписей вокруг гробницы. 15 лет ушло, пока археологи наконец-то узнали его имя. Его звали Вождь Пикал. 10-й в династии правителей, стоявший у власти 3 века подряд. Он правил Паленки почти 70 лет, один из наиболее сильных вождей в истории американского континента. Открытие гробницы, спрятанной в пирамиде, стало основным отправным пунктом в нашем настоящем понимании майя. Так же, как камень Розетты открыл египетские иероглифы, надписи в гробнице пирамиды помогли археологам взломать код майя. Теперь каждый год мы больше узнаем об этой необычной культуре. Пирамиды майя остаются самыми внушительными строениями. Самое удивительное в том, что эти знаменитые руины — только верхушка айсберга. Примерно 60% осталось скрыто джунглями. Грядут новые открытия. Из всех древних строителей пирамид в обоих Америках, майя — единственный, кто разработал сложную систему письменности. Мы узнали о секретах их пирамид из их собственных записей. В другой части полушария пирамиды были еще таинственней.
особенно в 40 километрах к северу от города Мехико. Ацтеки называли это место Теотиуакан, или город богов. Натолкнувшись на их брошенные руины рядом со своими поселениями в 13 веке, ацтеки были шокированы. Они считали, что только боги могут построить эти могучие пирамиды. Именно здесь, по их мнению, боги создали Солнце и Луну. И как следствие, ацтеки назвали самую большую пирамиду пирамидой Солнца, а ее наиболее впечатляющую соседку – пирамидой Луны. Они назвали большой бульвар между ними улицей мертвых. Века спустя тайна того, кто же действительно построил эти удивительные пирамиды, только начала проясняться. Археологи многие годы ведут раскопки в Теотиуакане. Но научные открытия все еще продолжаются. Недавно под пирамидой Солнца была обнаружена самая удивительная находка. В поисках секретов пирамиды археологи проложили туннель глубоко в ее недра. Самая большая их мечта — найти тело мертвого правителя. В 1999 году они подошли совсем близко. Этот материал никогда ранее не показывался широкой аудитории. На нем запечатлена погребальная камера глубоко внутри пирамиды. Лежат десятки переплетенных человеческих костей и костей животных, расположенные по схеме ритуальных жертвоприношений. Это были не первые свидетельства человеческих жертвоприношений, найденные в Теотиуакане. Жертвы были извлечены из-под всех трех основных пирамид города. Теперь эксперты считают, что людей, включая детей, приносили в жертву по завершении каждой стадии строительства этих великих конструкций. Под пирамидой Луны археологи выявили 5 таких стадий. Первая возрастом не менее 1800 лет. Похоже, что каждая из них отмечалась телами десятка жертв. С самого начала, вскоре после Рождества Христова, город Теотиуакан, видимо, был великим духовным центром, местом паломничества для воздаяния хвалы богам. Каждая из его великих пирамид была посвящена различным богам. Пирамида, которую ацтеки назвали пирамидой Солнца, была построена над Святой пещерой. В ней 20 ярусов. Она построена из необожженного кирпича и булыжника. Видимо, она была смоделирована за большой горой, стоящей неподалеку. Пожалуй, единственная пирамида в мире, мотивы, вдохновившие строительство которой, так явно просматриваются. Рядом нашли эту страшную скульптуру. Считалось, что она символизирует нисхождение Солнца в мир мертвых к концу дня. Но Солнце не было самым сильным богом города, как это было во многих древних культурах. Самая старая пирамида была посвящена богине. Из ее головы пускает ростки дерево жизни. Имя ее нам неизвестно. Но, по всей вероятности, она ассоциировалась с природой и созданием. At
И наоборот, змея, покрытая зелеными перьями, образ темный и гротескный. Под этим храмом найдено более 130 человек, принесенных в жертву богам. Эти головы скульптур когда-то горели сверкающими красными и зелеными цветами. По правде сказать, весь город был окрашен ярко. Наверное, на рассвете это было восхитительное зрелище. Где-то около 1500 лет назад. И хотя о Теотиуакане остается много тайн, мы все же знаем, что этот город был когда-то не имеющим себе равного в западном полушарии. Такой же большой и величественный, как его современник, Великий Рим. Ни много ни мало, 200 тысяч человек жили в его апартаментах. Часть из них довольно комфортабельна. На стенах все еще остались следы красивых фресок. Сегодня тысячи туристов ежегодно поднимаются по крутым ступенькам пирамид, чтобы ощутить бесподобный вид всего города. Стоя здесь, легко понять, почему ацтеки думали, что эти могучие пирамиды были построены богами. Но по неизвестным причинам те же самые боги повернулись спиной к городу. Имеются свидетельства, что в Теотиуакане примерно 1300 лет назад произошел ужасный пожар. Брошенный своим народом, великий город стал местом без названия. Его история была потеряна. Возможно, у археологов, как и в случае с Майя, получится воссоздать эту утерянную историю. А пока поиск гробниц царствующих особ в этих пирамидах продолжается. В Северной Америке тоже есть свои пирамиды. Хотя большинство из них используются как казино или как спортивная арена. Мало кто знает, что среди них есть и настоящие пирамиды. Такие же великие, как пирамиды Старого Мира. Если в Египте самые высокие, шумерские самые старые, а в Мексике самые драматичные, то в Америке, как это ни удивительно, самые большие в мире. Посреди кукурузных полей и прерий сердца Америки есть пирамида, занимающая большее пространство, чем самые большие пирамиды Египта. Это середина того, что тысячу лет назад было самым большим городским центром Северной Америки. Древний город Кахокия. Рядом с Сент-Луисом сегодняшний Кахокия больше похож на скопление зеленых холмов. Но когда-то он входил в Великую Эстакаду. Город с более 120 земляными пирамидами. Но это самая большая. Фресковая живопись дает нам представление о том, как выглядел город приблизительно в 1150 году. Кахокия был построен цивилизацией, расцветшей на плодородных заливных лугах реки Миссисипи. Археологи называют их миссисипийцы. Река стала их дорогой жизни. Свидетельства говорят нам, что их лодки заплывали очень далеко на север, до озера Верхнего в поисках меди, очень далеко на юг, до Мексиканского залива, занимаясь торговлей. Поселение, выросшее на этом жалком кусочке земли, стало самым большим городом в Северной Америке между 9 и 14 веками,
сравнимым по величине с Лондоном того времени. Это кульминация пирамидостроительства во всей Восточной и Северной Америке. Более ранние исследователи и первопроходцы сталкивались с этими высокими холмами во время своего продвижения на запад. Многие подмечали их поразительное сходство с великими пирамидами в Мексике и Египте. Но, как и пирамиды майя, эти высокие земляные холмы были тайной. К колониальному периоду большинство коренных американцев покинули эти земли. Многим поселенцам они помешали. Их расчищали под фермерские угодья. На первых известных зарисовках самой большой пирамиды Кахокия был также изображен фермерский дом, дополнявший вершину в 1831 году. Ему также вскоре стала угрожать растущая урбанизация. Ряд местных жителей считал, что эти пирамиды не были построены человеком, а были естественными холмами, частью рельефа. Так зачем же их сохранять? В 20 веке природоохранный комитет обратился к археологам за помощью в сохранении пирамид. Очень скоро раскопки доказали, что высокие холмы без сомнения были сделаны руками человека. В ходе их также было найдено много артефактов, подтверждающих утонченность царившей здесь культуры. Это глиняная фигура женщины, обрабатывающей землю, которую кахокийцы изображали в виде дракона с кошачьим лицом. Этот камень и его крылатый воин с соколиным клювом символизируют встречу небес с земной твердью. Как творческие люди, строители Кахокия были крайне искусны. Самая большая пирамида демонстрирует невероятное понимание сути земляных работ и инженерного дела. Индейцы использовали почву различной плотности в различных частях пирамиды для обеспечения структурной целостности и лучшего дренажа. Более 623 миллионов килограмм грунта засыпаны в многоярусную структуру с кульминацией в плоской вершине. Имеются свидетельства того, что на вершине когда-то был большой дворец вождя кахокийцев. Как и вожди майя, вождь Кахокия, называемый Великое Солнце, был живущим богом для своих подданных. Они считали его братом самого Солнца. Каждое утро Великое Солнце выходило из своего дворца, венчавшего пирамиду, на встречу со своим братом, Солнцем. Он проводил линию в небе с востока на запад, показывая Солнцу его маршрут движения. С высоты птичьего полета он мог видеть упорядоченный план города с его малыми пирамидами, расставленными вокруг площадей. Открытие, обнаруженное в одной из малых пирамид, показывает, насколько силен был вождь Кахокия. В непритязательном небольшом гребне под названием Холм-72 археологи раскопали место погребения, как и в ряде других пирамид мира. Внутри они нашли останки человека, который наверняка должен был быть вождем. Он возлежал на ложе из более 20 тысяч бусин из ракушек. Его окружали приношения из сотен наконечников для стрел. Рядом археологи нашли останки более 300 человек. Среди них многие были принесены в жертву богам. Несмотря на свое могущество, к началу 15 века город Кахокия был покинут. Его падение вполне могло быть вызвано современной проблемой. Урбанистический стресс.
При 4000 человек на 250 гектар население Кахокия наверняка страдало от недоедания и болезней. К этому времени пропали их леса, почва обеднела. Город более не мог содержать свое большое население. Но великие холмы Кахокия, теперь затмеваемые городом Сент-Луис, когда-то знаменовали цивилизацию, которая могла бросить вызов любой цивилизации мира. Так что же значили пирамиды для разных культур по всему миру? Почему цивилизации в Египте, Ближнем Востоке и в обоих Америках независимо друг от друга спроектировали одинаковую форму для своих самых святых памятников? Возможно, ответ проще, чем мы думаем. Цивилизации всегда связывали высокие места с самым святым. Строили выше и выше, в попытке достать до небес. Что может быть лучше формы пирамиды, чтобы поднять человека вверх, чтобы достать все ответы?